Ну что, ребят, с возвращением. У нас последний четвертьфинал. Разыгрывают последнюю, четвертую путевку на Багамы. Павел уже начинает свою партию с Фейс Пират Воина. Его оппонент отвечает ему Джейд Агрошаманом. Да, очень драматично может сложиться все, друзья. Верим мы в представителя нашего СНГ Хардстоуна, в чемпиона Я мира Павла. Я верю в то, что их будет трое. Павел, дави. Да, друзья, очень хочется этого. Все складывается сегодня для наших ребят очень-очень хорошо, поэтому хочется, чтобы так и продолжалось. И чемпион мира доказал всем, что может и дальше бороться в новой мете, несмотря ни на что, рубить всех, убивать и выигрывать турниры. Он уже это доказал, не поверишь, он перед Близконом, вернее, после Близкона, простите, уже успел выиграть один турнир, и это для него, скажем так, очередной этап доказать, что он действительно хорош. Но этот турнир был в той мете, в которой он выиграл Близкон. То есть, учитывая нынешние его результаты... Ну, учитывая, есть... что он уже в топ-16, в принципе, можно делать выводы. Ну да, в целом осталось вот совершить еще один маленький шажок и далее на пути вперед. Друзья, появляется маленький буконьер на столе. И в ответ пока непонятно Глазеру, что на это делать. Ну, давайте будем смотреть. Здесь отлично, просто складывается. Нереальный старт получился для Павла. И как может вернуть себе контроль стола шаман? Только с помощью портала водоворота в этой колоде? Но, смотрим. Увы, не такой стол. С кем встретился все-таки Глейзер, мы видим. Ну, список игроков от Грейджей я там вижу находился. Но он проиграл Грейджею при этом. А вот остальных игроков, ну, мало именитых ребят. Ну вот да, если сравнить путь Найреи и путь того же Штана Удачи, то все-таки у ребят, скажем, оппоненты выглядят повнушительнее. Но опять же, Нейм и, скажем так, человек, который является темной лошадкой, это не значит, что он плохой игрок. Конечно, они все трудились, друзья, и набирали себе близпоинты, поэтому тут нельзя забывать о ком-либо. Но есть просто те, кто потеет уже несколько сезонов для того, чтобы пройти в финальную стадию, как тот же Джоу, например, да, у которого вот всегда не хватает чуть-чуть. Там не просто несколько сезонов, там уже несколько лет, если на то пошло. Уже скоро будет передавать от отца к сыну и прочее. Ну, кто знает. Да. Ну и что? Голодный краб в одиночестве захватил стол. И может он... Краб действительно голодный, ведь мурлоков поблизости нет, чтобы их съесть. Сразу вспоминаю ситуацию с Сайфером, когда Сайфер забыл, что голодный краб съедает мурлока, и не реализовал тогда это комбо. Это было очень досадно, чатик ликовал, но такое иногда случается, и заблокирован один кристалл маны у нас для шамана, поэтому в доступе только 4 кристалла. Как он будет ими распоряжаться? Судя по движению... Прям он так активно разговаривает с кем-то. Да, то ли, может быть, сам с собой общается, во что бы хотелось верить, что нет там консилиума никакому, но думаю, что там все в порядке. Нет, когда показывали на большом экране, Женя Нейрия также чуть-чуть говорил, но его, видимо, спрашивали о результатах, и он просто 2-3 слова говорил. А вот тут, когда игрок начинает постоянно говорить, вот это уже вызывает вопросы, но похоже, что он как будто сам с собой. Ну ладно, да, тут уж не пойман, не вор, как говорится, поэтому все в порядке. Бьем голодным крабом в лицо и пропускаем ход. Лерой Дженкинс приходит с топ-дека для Павла. Урона много, но не хватает для того, чтобы додавить. Против подобного шамана самый большой страх для Вара — это поймать провокации. Это поймать духов Дикого Волка. Это поймать какие-то нефритовые провокации. Например, нефритовое чудище. Нефритового вождя. Или еще что-нибудь подобное. Потому что все твои главные козыри, типа пушек, рывков, ударяются лицом в провокации, и ты не можешь внести урон. А как мы видим, в руке у шамана именно данные провокации и есть. Но опять же, Павел сейчас просто тонну урона, 11 урона, нет, он не ударяет. Нет, не стал ударяться, ищет хоть одного пирата для того, чтобы повесить апгрейд через пирата сектантку. Проблема в том, что ударь Павел... Да, вот сейчас ему бы пришлось чуть меньше понижать здоровье оппоненту, а таким образом
я просто не представляю, что делать, когда на столе два таунта. Два. На урона, как мы видим, залетает очень много сейчас по лицу Павла. Друзья, я вижу, многие интересуются, куда делся Михаил, уволен ли он. Оставим это в секрете. Он обещал, он ушел, но обещал вернуться, как говорится. Боже, боже. Карлсон, но это было опасно. Там, да, там было опасно. Помните, как у нас на одного из комментаторов падала лампа? Так вот, только что была вторая попытка, только уже не в кадре. Да, Мишу сейчас пытают за кадром, друзья. Ничего страшного. Так, ну и что? Есть две стенки, которые пройти пока не может Павел. И пираты по-прежнему продолжают не заходить. Ну, вообще, ждал он, ждал пирата для того, чтобы активировать пират-сектантку. Не дождался. Ну и фактически вот этот смертельный удар при 12 единицах здоровья мог бы помочь. Но что тут по урону-то в итоге получается? Урона-то уже тьма. Может быть, даже придется Павлу разбираться с духами, отдавать оружие, отдавать смертельный удар. И потом надеяться на удар героя и дополнительный урон. Может быть, на кровавый, на арканитового жнеца. И с арканитовым жнецом там у тебя уже в районе 9 единиц урона. Но вот просто сидеть, терпеть и надеяться на Mortal Strike, это только в том случае, если у тебя зайдет второй стоп дека. И ты просто за один ход 8 кристаллов маны внесешь 12 урона. Но это практически нереально, поэтому нужно чистить, что и понимает Павел. Да, в результате пират-сектантка выходит без боевого крича. Так. Такого желанного чуть-чуть ранее. Ну, а здесь у нас победонька. Потому что урона нереальное количество. Там второй тотем, который добавляет существам огромное количество атаки. Выброс лавы и молния. Но все мы не можем сыграть. 5 кристаллов есть. 5 кристаллов. Всевозможно перевернутые как карты. Как я люблю перевернутые карты, это просто нереально. Окей, давай тогда считать. В 5 кристаллов маны, если у нас летал тотем. Ну, 13,5, да, получается. В аккурат летал. И не понадобилось 0. Молния. В ноль, фактически. Вот пишут нам финалистов, которые едут на Багамы. Это Гриншип, это Штан Удачи и Нейрея. Я безумно рада видеть двух представителей СНГ, потому что в начале трансляции я говорила, что вот именно двойти... Воу! Именно этих двух ребят я бы хотела видеть на Багамах. Ну и очень мы надеемся на то, что зимний чемпионат будет за нами, друзья. Далее в следующей серии чемпионатов весеннем и, получается, летнем, да? Да, да. Тоже наши игроки смогут пройти вперед. И я вот... в этом более чем уверена. Причем в нынешнем формате, если ранее на Близконе, например, всегда было там, допустим, 4 китайца, 4 азиатско-тихоокеанский регион, 4 европейца, 4 американца, то сейчас, благодаря вот таким вот интерактивным чемпионатам, существует шанс, что, например, на Близконе будет 8 европейцев, 2 китайца. Просто потому что на вот этих региональных чемпионатах, куда будут съезжаться все победители, будут определяться финалисты без привязки к региону. То есть существует шанс, действительно, что, например, мы на Близконе увидим 8 европейцев, 2 китайца, 1 азиатско-тихоокеанский регион, это, не знаю, 5 американцев, допустим. То есть вы понимаете, что ограничения пропадают, и теперь самые сильные регионы могут добыть больше всего себе слотов. И причем стоит отметить, друзья, игроков и представителей из таких стран, как Россия, Украина и Республика Беларусь, Беларусь становится все больше и больше, и они все чаще заявляют о себе как о сильных личностях мира Хардстоуна. Этот турнир подтверждение. И дальше будет еще больше и еще хуже для других представителей. Бойтесь, берегитесь, СНГ идет. И уже, да, многие даже англоязычные кастеры говорят о том, что вот жаль, что в этот раз у нас нет предикшенов. Я бы обязательно поставил еще раз на штану удачи, который в итоге а вырвался. А кто такой? Да Павел, изи ставочка, завез мне паков. Да-да-да, поэтому, друзья, тут вот стоит лишний раз понадеяться на себя. Ну что, агрессивный пиротвар от Павла, дубль 2 против Рено Мага. Тот же окажется сильнее старт. Для Павла оставляет желать лучшего здесь. Две секиры, пират, сектантка и каркронский воин. Лучше с пушками, чем без них, но пираты, конечно, помешают. Так, одну секундочку, я... Да-да-да. Тоже возвращайся, друзья. Покидают все, ну... А нет, да нет, все в порядке, конечно же.
Все комментаторы в норме. Сложный ход сейчас для Глейзера. Но, скорее всего, это будет пинг, потому как пирата на первый ход ты не видел. Значит, на второй ход тоже не очень-то, наверное, и боишься получить пирата. Ставила я, какие же были шуточки в чатике касательно все с комментаторами нормально. Нормальные комментаторы. Да-да-да, и чатик просто активно поддерживает шутки и предлагает варианты. Да, все действительно в норме, и мы продолжаем. Здесь у нас уже фитиль горит, и также в ближайших несколько минут мы вам расскажем все самое интересное, что есть в колоде этого Рунумага. Сейчас только девайс подумает и пойдет мне навстречу. Устройство, да, загрузится, все в порядке, друзья, не переживайте, все хорошо. Что же, Вестник Рока забирает пустой стол, при этом пиратики не пришли на первый ход Павлу, но он ждет, надеется и верит. Он все еще ждет пиратика для синергии под пират-сектантку. Где-то я уже это видела. И там все закончилось плохо. В результате Слизнюк забирает пушку 3-1. Ну, благо есть вторая. И сейчас, наверное, хотелось бы получить обилку Охотника. Великолепно. Охотник, кстати, здесь на самом деле очень даже неплохо. Ну, да. Здесь, в принципе, как одна, так и другая обилка хороша. Что касается колоды Рунумага, отыгрывается у нас одна болтливая книга, есть крыса, есть факел, отыгрывается полиморф. И что немаловажно, играется водный элементаль. То есть у тебя всегда есть шанс заморозить лицо оппоненту и законтролить любое оружие. Также у нас использует этот участник безликого призывателя, архимага, портал, волну и алекстразу. Играет без комбинации с пира и соли. И его редакция мне немножко напоминает редакцию лайфкоуча, но лайфкоуч играет еще и с Рагнаросом. Но вот этот безликий призыватель — это прям совсем интересное решение. Как говорили наши замечательные коллеги-игроки, профессиональные игроки, вот подобная редакция, она делает упор больше на стол, больше на существ. Но за счет этого она проигрывает в контроле, проигрывает в количестве ремуволов. И против пират-вара, против более быстрой и агрессивной колоды, это может стать для тебя фатальным. Ну да, не может зачистить стол сейчас Глейзер, как мы видим. Боевой магии фактически не осталось, и должен понимать об этом Павел. Он может спокойно лицо продолжать топить в лицо. Все правильно, но тут какие опции. Идем. Все в порядке, все под контролем, но момент. Это пятый ход, грядет шестой. Соответственно, Рено тебя смущает, несомненно. У тебя есть шанс сейчас разменяться с вороватым задирой, или же все-таки вынудить оппонента на Рено. А если нет Рено, то быстренько закончить эту встречу. Хотелось бы и обилку попрожимать почаще, поэтому... Нет, здесь арканитовый, и, видимо, будет все-таки... Но слишком хорош на следующий ход. Тот же пират-сектантка, плюс еще матрос Южных морей. Что, неужели будет забирать? Да, будет размениваться, боится Рено. За Диру. Ну да, боится Рено, но в целом, думаю, когда увидит, что... противник Рено играть отказывается. Сразу вот представила. Прямо сейчас. Знаешь, вот эти замечательные графика шуточная, которая ходит по интернету на тематику Хардстоуна. Просто вот Рено, а маг такой нет. Да. Мне не нужно. Я отказываюсь играть Рено. Пока так это и выглядит. Ставится стенка, скорее всего, потому что что еще ты можешь поставить? Второсортный костолом пытается спасти своего хозяина от урона. Ну, в ответ получаем пирата Южных морей плюс пирата-сектантку. 4 кристалла маны на это уходит. Мы можем прожать обилку охотника. Или же просмотреть другие опции. Мы можем сыграть пирата, мы можем сыграть пират-сектантку, пират-сектантку. Еще один пробав. И наверное, получим просто массу атаки на арканитовом жнеце плюс прочность, что немаловажно. Именно так и играет Павел. Это уже сильный стол. Он просто просчитал, что окей, ты можешь использовать флеймстрайк, конечно же. Но ты погибаешь, если тут ты
например, не прожимаешь волну, а отыгрываешь что-то другое, то доминация на столе настолько сильна, что Павел все равно тебя подгонит под летал. Ход 2. И в итоге Павел одерживает победу в этом противостоянии, потому как вариантов больше просто не остается. Ну, можно попытаться поискать айсблок, например, Талнос, обилку в Талносом. Ну, это лучшее решение, кстати, из представленных. Это единственный вариант выжить по-хорошему. Но дело-то в том, что там только 8-й ход, и даже если ты понимаешь блок, ты ничего не можешь сделать в дальнейшем. Так что поздравляем Павла, 1-1, и медленно, но уверенно будем перескакивать во вторую игру. Да, посмотрели, кстати, обратили, наверное, уже многие на то, что Павел сменил команду, и об этом вы очень много говорили. Ой, вчера мы, на самом деле, об этом очень много говорили. Но для Франции, друзья, это нормально. Те, кто смотрят Counter-Strike, у них решафлы каждый год, каждые полгода, причем в рамках трех команд. У меня даже было какое-то подозрение. Вот так это происходит. Просто на официальном сайте мультигейминга Millennium информация о составе выглядит совершенно другим образом. В составе даже экоп есть Millennium. Павла нет никакой информации о том, куда же он делся. И была такая вытяжка, которую я нашла на одном из информационных порталов, что менеджер команды Millennium по Хардстоуну сформировал другую команду, которая называется таким-то образом, и там такие-то участники. То есть там участники старого Миллениума, и тут возникает вопрос, либо это как бы отдельный проект Миллениума, либо просто менеджер по Хардстоуну решил сделать свою организацию, и игроки ушли за ним. То есть, ну, как бы это тайна, покрытая мраком, но на официальном сайте нет ни слова о старом составе. Ну, факт остается фактом, друзья. То есть официально Павел сменил команду. Вместо одной французской сейчас там совсем другая. Команда называется... Сейчас, кстати, посмотрим. Arma Team. Именно так. Ну и, собственно, в ее составе Торик, Маврик, Адемиан, Винс и Бест Мармонте. Ну и что, начинается у нас следующая партия. Мирор тех самых Рена Магов, которые мы только что посмотрели. Уже других представителей от Джоу и Нейрии. В очередной раз понаблюдаем за теми ребятами, которые с таким трудом шли по игре, чтобы биться против Рено колод. Хотя 80% Рено маги, поэтому можно ли говорить вообще о том, что сплошная агрота есть в этом турнире? Интересный момент. Я вот сейчас открыла документ, в котором ребята регистрировались и чекинились на последний день. У нас почему-то стоит один флаг напротив этого участника. В документе написано, что он с Венгрии. А в первом дне вообще поставлено, что он у нас выступает за Грецию. Три паспорта. То есть я не понимаю, все-таки есть путаница немножко с вот этими вот флагами. Даже видела, когда вы комментировали в чате вопросы, почему там российский флаг темный, почему то, почему это. Дорогие друзья, мы ничего не можем вам на это ответить, мы сами не знаем. Собственно, мы отдаем картинку такую, какой она нам приходит. Поэтому досмотреть матч Штана мы бы также хотели, но на тот момент не было такой возможности. Ну что, давайте смотреть. Для Павла четвертый ход. Хотела бы обратить внимание, что он еще на стадии мулигана оставил в руке Таурисана себе. Он считает, что в зеркальном противостоянии Таурисан здесь ему поможет. Да, смотрим, что по отличиям интересного есть у Павла. Тут скорее надо колоду Павла перебрать быстренько. Павел у нас также отыгрывает водного элема, хотя в этом противостоянии это не ключевая карта. По лейтгейму у нас у Павла неожиданно, но есть кудесник Эфириал, карта, которая давненько не появлялась за 5 маны, которая дает возможность раскопать. И играет у нас Павел Алекстразу. Он также играет без комбинации Пирабласт Солия, но при этом, ну, его колода более нам привычная. А вот его оппонент решил вообще сыграть больше по существам. Что там? Что-то случилось, видимо, у Павла. Нет, у него сейчас все в порядке, это была запись. Каким-то резиновым мечом он махал, ты пропустил этот момент.
Ну, ох, окей. Ну, это будем... был такой, знаешь, неожиданный врыв. Да уж. А, отмечали мы чуть ранее с Михаилом о том, что играет Фарсира. Не играет здесь Каб... Кабалку, то есть курьер Кабала, конечно же. И плюс ко всему, да, также говорили о том, что Томик отсутствует. Как так? Болтливую книгу не использовать. Не, ну болтливую-то книгу... Как Томик, это используют? Томик, имеешь в виду фолиант? Фолиант не использует. Но я же думаю, в смысле не использует болтливую книгу? Карту, которую выиграла тебе Близкон, ну, отчасти, да, скажем так, не только лишь одной картой болтливой книги. Но момент был яркий, несомненно. Да. Ну вот фолиант отсутствует. Михаил тоже пока еще барахтается, все с ним хорошо. Периодически подает признаки жизни. Так, ну и что? Что делать Глейзеру? До комбинации Баран-Казакус обоим представителям еще очень далеко. Хотя вот одна карта слева подсвечивается желтеньким, как мы отмечали ранее. Светится желтеньким, это Рено. Ну, да. И Казакус еще может светить. Подвинули немного в сторону для того, чтобы мы с вами видели количество кристаллов маны у противника. Вязко будет здесь проходить встреча. Все-таки реномаги обычно играют более жадно. И вот тут вот удивительно, но мы видим именно тот ход, который в свое время и в прошлой партии сделал Женя на Ирея. Павел играет более агрессивно. Первый выставляет Алекстразу и пытается продавить. Меня радует, потому что я лично, когда вижу реномага на реномага, сразу выдыхаю, устраиваюсь поудобнее, думаю, это надолго. Здесь же в последних матчах зеркальных реномагов ребята играют более динамично, более агрессивно. Ну, если бы не было сейчас вот такой вот комбинации в виде огненного шара плюс еще чего-то, то если бы сыграл того же Рено, то Рено можно было бы забрать и продолжить давление в лицо. Но, вот как мы видим сейчас, не самый сильный дроп приходит с портала Огненная Поляна. В результате Рено после Алекстразы и фактически портала в никуда. Да-да-да, есть такое. Но, как мы видим, запретное пламя уже второе есть на руках у Павла. Его можно потратить и продолжить свое топление в лицо. Ну, так себе, если честно, поход в лицо. Всего лишь 4 единицы урона с помощью существа используют обилку, и запретное пламя убирает Рено. К сожалению, для Павла нет дополнительных карт, чтобы как-то насыщать свою руку. Интеллект чародея, перебор, что-нибудь. А вот его оппонент сейчас переворачивает игру за счет своего улучшения. Даун 4-3. Неплохо. Причем классный дроп приходит сейчас Глейзеру. По статам все отлично. Хотя смотри, Павел все-таки находит интеллект чародея, добирает карты и находит маз-зачистку, сильную маз-зачистку в виде волны огня. И тут-то, может быть, и погорит у нас оппонент. У него рука, насыщенная существами, а у Павла есть контра и ответка, ну, на это. Есть вариант сейчас сыграть Близзард, да, на следующий забрать это все вулканическим зельем, либо флеймстрайком уж. Как пойдет, но, скорее всего, тут зелье напрашивается. Что еще? Не торопится использовать Алекстразу. Глейзер играет. Ну, не знаю, можно ли сказать Виолу. Просто выверенно, не агрессивно перебирая колоду. Ну, интеллект. Это неплохой выбор. В целом, колоды оппонентов схожи. За исключением вот курьера Кабал и нет, там много. Там на самом деле много изменений, потому что... У нас оппонент Павла решает играть больше по существам, то есть у него колода, насыщенная существами. Напоминает это действительно колоду лайф-коуча. И у Павла есть свои авторские изменения. У Павла есть эфириал, который может сыграть в этом противостоянии очень неплохо. Несомненно, то есть у обоих игроков далеко не самые шаблонные деки. Вот таким вот образом.
Здесь превращение у нас улетает в Алекстразу, и вулканическое зелье чистит полностью стол. Добавляем туда водного Элема. 3-6. Угу. Вороватый Задира приходит в руку. Интересно, кому же все-таки первому зайдет Архимаг? Ну, плюс второсортный Костолом, да? Существами воюют, как в старые добрые времена. Вспоминая того же Павла, который вспомнит на темпо магии, когда выиграл Близкон, он тоже выбрал редакцию исключительно на существах. Это удивительно, потому что нынешние Рено магии, вот именно данное противостояние, потому что все-таки нынешние Рено маги используют больше эффект заклинаний, нежели эффект существ. Ну, тот же Бран Казакус, используются два зелья. То есть существа здесь выступают как вспомогательный элемент. А вот колода именно лайфкоуча и колода оппонента Павла, она использует лучшее из этих двух вариантов. По факту. Ну тут рено-маги, которые не стали терпеть, просто топят друг другу в лицо. Максимальный размен. Что от одного, что от другого. И грязная крыса. Стоп-дека. В ответ играем интеллект чародея. Ух, я совсем забыла о том, что нужно запостить колоды Павла и его оппонента. Как-то из головы вылетело. В результате кислотного слизнюка получает с грязной крысы. Не самое полезное, что может быть от Глейзера. Но помп медивов нет, что в одной сборке, что в другой. Поэтому карта в целом не так полезна в этом матчапе. По урону там, конечно, не густо. Здесь бы каллиграфа на 10-й кристалл маны и реализовать летальчик. А там нет, через пиробласт. В одной и что в другой сборке. Я же сарказмом имела. Был бы классно, конечно, да, вот так вот пару карт нарисовать каких-нибудь. Да рисовать на ходу. Да, легкие корректировки в деку, пожалуйста. Мне вот это не нравится, срочно изменить. Угу. А вот хэштег это оставьте. Действующий чемпион мира. Всегда есть книжка, которая может принести тебе правильные спелы. Вот. Да, и боевой магии поприбавилось, конечно, у Глейзера еще. И Тони приходит в руку. Ну вот заклинаний не так уж и много под него можно использовать. Да, великолепно заходит портал на зачистку лазурки. Получаем существо разбойницы 3-7. Да, под серией приемов получает плюс 3 атаки, но понимаем, дроп весьма добротный, жить будет долго, самое главное, присутствие на столе есть. Ну, мне кажется, что далеко не самое лучшее существо, которое могло прийти с портала, это однозначно. Ну, забрать сложно будет Павлу, точно, да и будет ли вообще желание какое-либо. По здоровью все, в принципе, неплохо, пропускать ход, конечно, не хотелось бы. Талнос не выглядит так сильно, но вот возможность забрать есть, и остаются тет-а-тет. Грязная крыса и кровавый бог Талнос. В результате после этого сразу же идет Антонидас, и под контролем на него нет никакого. Это беда. Ну, как-то поувереннее выглядит оппонент Павла, и это беда. Это вот немного пугающе, потому что все-таки действующий чемпион мира. А тут очень бодренькая игра от его оппонента. Mm-hmm. Я сейчас как раз-таки поищу информацию нам. Дело в том, что толку играть сейчас что-либо нет вообще. Потому как ты ставишь продавца закусок, твой оппонент просто продолжает метать огненные шары, заберет просто продавца закусок этим огненным шаром, и на этом все. То есть, если Павел следующим ходом не топ-декает какого-нибудь Казакуса, и то я вообще не уверен, что даже это поможет в рамках этой ситуации. Mm-hmm.
Ну и в результате огромное количество фаерболов можно получить прямо сейчас, либо просто топить неистово в лицо, использовать вспышку, не жадничать, отдать туда еще и крысу и получить пару фаерболов, так точно, на всякий пожарный. Вот у нас на самом деле такая, что ли, исторический даже момент, потому что против действующего чемпиона мира сейчас играет абсолютно темная лошадка. Нет у него инфы на Госу Геймерс, нет у него даже банально Госу Капов или каких-нибудь Зотоков. То есть по этому участнику информации ровно ноль. И сейчас в четвертьфинале он сражается с чемпионом мира. За возможность поехать на Багамы, за возможность поехать на отборы на следующий Hearthstone World Championship. Ну и прокидывает он еще пару фаерболов в лицо. А почему бы и нет с такой-то рукой? Или можно забрать продавца закусок, но стоит ли это того? Ты получаешь 2 фаербола, получаешь 5 единиц, ты даже 4. Металл. Вот здоровье. Что важно. Все остальное не играет роли. 2-1! Это сенсация, ведет у нас этот участник. Будем надеяться, что пока лишь только ведет, пока все неплохо, друзья. Есть шансы на камбэк, поэтому не отчаиваемся, все в порядке. Бывали мы в разных ситуациях. Уже и Павел тоже из не такого выходил победителем, друзья, поэтому остается только дождаться. Так, знаешь, с сознанием дела говоришь, что мне прям захотелось спросить... Что? Ну ты прям так, знаешь, и не с таких ситуаций выходили, ты наверняка имел в виду BlizzCon. Мы все болеем, конечно же, за представителя нашего Hearthstone, друзья. Я уверен, в этом нет ничего плохого, потому как все всегда топили за своих, и почему бы и сейчас нам не придержаться такой линии. У нас, кстати, на эту тему была не так давно дискуссия с коллегами, в принципе, со знакомыми ребятами. И мы проводили параллели со спортом. Если я ошибаюсь, вы можете меня поправить. Но вот, например, в каком-нибудь зимних видах спорта, например, биатлон, многие откровенно топят за свою, например, российскую команду, когда это российский комментатор. А это преимущество именно российские комментаторы. А когда... В принципе, в спорте у нас в СНГ принято болеть за своих, в большом спорте, и это нормально, никто за это никого не осуждает, потому что понятие болеть и как бы гнобить противников – это разные вещи. Опять же, в большом спорте у нас принято. Я могу вам привести яркий тому пример, как комментируют матчи французские студии. Многие из них не просто откровенно топят за своих. Там вот просто, знаешь, это как какое-то заклинание. В канале там происходит, вот да, слышали мы. На самом деле это так. И такую поддержку у них получают либо свои, либо участники французских мультигеймингов. То есть ничего в этом плохого действительно нет. Поэтому, я не знаю, а как считаете вы, стоит ли и правильно ли это комментатору поддерживать свой регион? Потому что англоязычные комментаторы, многие поддерживают свой регион, как и французы. Почему бы и нет, друзья? Ну и сейчас у нас следующее противостояние. Свапает колоду Павел, садится на арену Лока. Понимаем по всему этому, что колода шамана все-таки в бане от Глейзера. Именно ее он отправил отдыхать. Здесь просто пират вар против Рено Чернокнижника. Да, ну... Павел, держись! И Рено заходит. Это шикарный топ-дек. Не может не радовать Павла. Рено к 6-му ходу — это половина успеха против агроколоды. Причем демонический тот самый взрыв очень-очень даже помог Павлу, потому как смог он избавиться от стола и в некоторой степени замедлить своего оппонента. Но как пушка пробав не получила. На 4-й Казакус. Демонический гнев шикарно заехал. Причем сейчас у Павла есть 5-й ход зелья с Казакуса, а там и 6-й. То есть в целом для Павла все идет очень даже неплохо. Обычно вот ты смотришь на руку Рено Чернокнижника и понимаешь, что в этой партии ловить нечего. Вот Павел поборется. Ну и улучшать пушку-то эту как-то вот особо-то, наверное, и не хотелось бы. Но что ты можешь еще сделать? Слишком много здоровья сейчас у Рено Чернокнижника. Да и в принципе тебе пират-сектантка. Вроде бы в ванну, и у тебя появляется хороший размен с помощью крюка.
Причем крюк сейчас уже 3-2. 15 единиц здоровья. Урона очень много, насколько мы видим. И возможность залетать есть, но у Павла есть 7 армора, который он раскопал из Казакуса. Да, но доживем. Это факт. Или нет? Самон 5-5. Ну что, по урону? 9. 7-16. Да, никак ты не пробьешь. Пиратик. Ну. Берем арканитовый женец, добавляем пиратик. Это уже 7 урона. Но этого... не хватает. Недостаточно. Именно так. Что касается Павла, Павел свапнул колоду сейчас на свою сигнатурную. По количеству матчей больше всего он наиграл именно на чернокнижнике, но при всем этом винрейт на чернокнижнике у него всего лишь 45%. Но общий винрейт Павла один из самых высоких на профессиональной сцене, 61%. И матчей у него достаточно много, больше 150 матчей. Это Подожди, здесь 150 матчей и винрейт в 70%. Это обновленные данные. Деле. Нет, я просто на самом деле посмотрела, потом сказала, а потом смотрю опять, думаю, в смысле, 69, это же очень много, как так? Действительно, там хороший вот показатель. 69 и 28. В ответ у нас приходит Рено, и Глейзер не торопится. Ну, сейчас уже пора шевелиться. Иначе будет беде. Единственный шанс ловить оппонента на отсутствие масс-зачистки. И пол хп как не бывало. Павла. Микстурщица приходит. Стоп-дека. Что будем делать? Тут же и крысу, наверное, можно попытать счастье у оппонента. Одна карта. Это наверняка что-то специфическое. И вот тот самый служитель земли, о котором много уже было сказано сегодня. Гарантированно хилит на 3 единицы здоровья. Будем ли использовать крысу? Я думаю, что будем. Крыса плюс микстурщица. И забираем пираты-сектантку. Или, может быть, микстурщица и главарь банды бесов. Хотя тогда мы принимаем гораздо больше урона в лицо. Понимает, что нет там Лероя. Это хорошо. Ну и что придет Глейзеру с топ-деком? Смотрим, это как да в лицо. Здесь уже ситуация, когда тебе нужно подразменять только, собственно, провокацию и бороться за стол. Это сомнительное удовольствие. Да. Ну и возможность разменять есть. Причем хорошее с существами, которые останутся на столе. Нет, не жадничает. Отдает буконьера, топит в лицо, понимая, что надо пробивать, пока есть возможность. Здесь бы. Бам. Найти еще урона в Вару, или же найти Мурлока, поменять обилку и найти жизнеотвод. Или обилку Ханта. То есть здесь одно из двух. На следующий ход у нас есть Джараксус. Фактически нам надо пережить один ход. Но он это переживает, потому что сейчас со стола он убирает все. А 9 единиц урона ты никак не снесешь. И судя, кстати, по эмоциям у нас игрока, там... Может быть, поход в лицо он посчитал ошибкой, потому что за счет того, что микстурщица подхилила, здоровья стало для чернокнижника достаточно, чтобы пережить один ход. Ну и не видит смысла, 8 единиц урона ты никак не нанесешь, апгрейд приходит тебе в руку, арканитовый жнец уже один вышел. И даже, наверное, нет смысла разыгрывать сейчас улучшение, но нет, лишняя дополнительная единица урона прямо сейчас залетает. В результате Джараксус. И топим в лицо. Ну, здесь победа. Здесь победа за Павлом. И это 2-2, и это будет пятая решающая. Как же тяжело даются эти победы. Ребята играют действительно круто, и противостояния получаются близкими. Первая партия была со счетом 3-1, но вот там для многих это был шок. Покровыч против Гриншипа, где Гриншип просто без шансов вынес своего оппонента. Это многих удивило,
я видела там в социальных сетях люди писали, плюс в Твиттере все профессиональные игроки. Кто-то поздравлял Гриншипа, кто-то говорил, что как это было очень быстро, где-то на скилле, где-то на везении, но не ожидали такой развязки именно в первой партии. Любопытно было бы узнать у ребят, у того же Штана, например, готовился ли он к тому, чтобы не выиграть, наоборот, у Покровыча, а действительно отправиться на матчап, который будет тебе чуть-чуть лучше вот в рамках тех четвертьфиналов, которые мы сейчас смотрим. То есть, о чем говорил Михаил, вот выдвинул гипотезу, что попадать-то на разбойницу на фулл агро лайнап от Гриншипа вообще не хотелось бы двум этим представителям, что Покровычу, что Штану. И, может быть, кто-то попробовал задуматься, предсказать, против кого он будет играть в дальнейшем. Понимаешь, тут такой момент, я как бы этот нюанс уточняла, мне было тоже интересно. И дело в том, что до завершения игр, до формирования восьмерки, никто не знал, каким образом будет посев. То есть Михаил предполагал в эфире, каким образом будет посев. Так просто всегда делается. Да, но момент в том, что задавали вопрос организаторам, они на этот вопрос не ответили вплоть до, собственно, формирования сетки. То есть они специально как бы не давали официального «да», для того, чтобы вот не было этих моментов. Хотя, действительно, это можно просчитать. Но используются разные форматы. Я даже слышала предположение, что будет рандомный посев. Опять-таки, комментаторы могли распределить все, да. Вот поэтому здесь игрок, конечно, мог бы попытаться схитрить и подвыбрать себе, на кого попадать, но ты рисковал наоборот за счет вот таких вот mind games провалиться, если бы что-то пошло не так. И в очередной раз очень неплохо все складывается для Павла, осталось только лишь найти Рено. На следующий есть Казакус, опять-таки на подхил готов Фарсир, ну и Дракон на добор одной дополнительной карты. Вот честно, если закрыть вот эти три левые карты, было бы прям очень неплохо, но вот... Согласен. Алекс, которая тянет руку, тяжеловато, потому что обычно до девятого хода все решается. А Архимаг, несомненно. Портал может пригодиться, но явно не с первых кристаллов маны. Хотелось бы видеть раннюю игру. Возможно, ремуволы, возможно, ледяную стрелу, дабы разбираться с буконьерами, берсерками. Возможно, вулканическое зелье, дабы зачищать буконьеров и мелких пиратиков. Ну, Глейзер должен был отметить мулиган от Павла, что он скидывал, что он оставляет. И, на мой взгляд, нет смысла хранить пиратов в руках, так как это делал Павел, например, в первой партии. А есть смысл сыграть их раньше и не получить какой-то АОЕ. Опять-таки, пирата Глазастика ты исключаешь с руки. Но он уже был сыгран, поэтому все неплохо. Ты чувствуешь, когда с пиратом на стол не выходит пират Глазастик и где-то грустит много фейсваров. Ну, в результате неплохой Казакус. На следующий можно разыграть или подумать. Зелье, ты посмотри, как неплохо-то. Вулканическое зелье, отлично. Зелье с Казакуса за 5 маны для того, чтобы на следующий ход его реализовать. На результате Мурлок. И что придет с Мурлока? Абилка выбирается магом. Вспышка. Ну что же, топим в лицо. Далее остается 17 единиц здоровья. И пойдет ли Глейзер в размены, либо же затопит в лицо. В свою очередь, что может сделать Павел? Это либо вулканическое зелье плюс пинг, либо зелье Казакуса. Очень быстро принималось решение от Павла, поэтому надеемся на то, что там есть броня. Не успели мы посмотреть, что он взял. Здесь бы, может быть, даже зачистка была бы более актуальна, именно зелье Казакусом, чтобы избавиться от всех угроз со стола. Ноль кристаллов маны. Думал у нас сейчас участник трейдить, не трейдить Казакуса, решил ударить в лицо. Правильный выбор – Сморг. Что будет делать Павел? На следующий ход есть Арканитовый Жнец. Но это 5 урона. Ну, то есть ты можешь использовать 9. Героическую атаку там. Отбилка 10. Дополнительная четверка. Но в целом выживает еще на следующий. Тем более, как бы это все тебе очень далеко не в ману. С
ударом героя, так что Павел может себе позволить пока не бояться за показатель здоровья, но сейчас уже нужно чистить. Mm-hmm. Без зачистки perhaps шансов нет. Вулканическое зелье может быть с обилкой, с разменом. Очень сложно судить, пока вы не бедите зелье Казакуса. Вот, 4 урона. Хорошее зелье. И 7 армора, класс. Очень, очень хорошо. Грустит немножечко глейзер, но действительно зашло здорово. Улучшение. Вот это не очень хорошо. И тут я начинаю, скажем, вспоминать всех варов, их результаты. Потому что на этом турнире Фейс Вар одна из самых эффективных и стабильных колод. Меня лично это удивляет, потому что в моих руках эта колода, ну, оставляет желать лучшего. И хорошо. И хорошо. На одного пиротвара в ладере меньше. Но на этом турнире пиротвара показывает себя крайне стабильно. Но вот когда борется пират, вар и Рено, я все-таки предпочитаю Рено, потому что, знаешь, это как старое доброе противостояние, там, фейс охотника и контроль вара, добро со злом борьба. Но тут уже кому что. Ну, мы знаем, кто добро, друзья, поэтому тут все в порядке. Для каждого... Да нет, точно Павел добро. Все знают, что Павел добрый малый. А вот личность Глейзера... Русский витязь, как говорят, вот да? Именно. В огне не горит, в воде не тонет. Опробовали, что ли, уже? Удар героя. И 7 единиц урона вносит. Ну да, играет в кривую, добавляет вспышку огня. А вот ой, у Павла это классно. Под жнеца. Слизень. Как хотелось бы еще сыграть сейчас Frostbolt. Править стрелу льда в лицо. Но возможности такой нет. Грязная крыса. Понимает сейчас Глейзер, что нет там Рено. Ну, я думаю, что он попробует сейчас прорашить с оружием. Далее пойдет слизень, пойдет. И причем с улучшением, смотри, играет на все. Все правильно. Он сейчас увидит просто таун, увидит слизня и, может быть, даже сдастся. Ну, и причем... Это, скорее всего, так и будет. Крыса, которую вытаскивает Каркрона. Мы забираем пушку, арканитовый жнец, 6-2, и вот сейчас все, это все, проблема. Все. Это, по-моему, третий представитель СНГ на Близконе. Приплывали те ребята, осталось на немного. На этапе отборов на Близкон. А то я, знаешь, так прям в будущее гляжу и говорю, уже на Близконе. Ну, вообще уже шансы неплохие, откровенно говоря. Ну, как минимум, первый этап ребята прошли. И учитывая, какие участники выбрали эти слоты, я уверена, что эти ребята будут сражаться на каждом из сезонных чемпионатов. Кто знает, может быть, кто-то из них повторит тот же подвиг Хиппи. Два раза приедет на один из чемпионатов и один раз выиграет и сразу получит путевку, а второй раз заберет солидную сумму денег. В прошлом сезоне двое наших представителей из СНГ попали как раз на зимний чемпионат. И двое прошли в топ-1 и топ-2. На этот раз трое проходят. Ну, на самом деле там было даже больше, потому что, опять же, не знаю, кому как, но я все-таки Наймана также отношу. Ну, я Наймана и говорю, и Хиппи. А Павел? Ты сказал, на всего зимний, двое. На зимний чемпионат. А, ты на зимний, я думал, ты был Близкон. Не-не-не. Именно первый зимний чемпионат прошлого года. Думаю, что здесь как бы... Но варианты. Три стенки, я не знаю, как будет проходить. Не представляю. Причем, что интересно, еще две провокации у нас Павел получает с эфириала Кудесника. Тут просто 12 урона на столе, друзья. Получаем еще с ледяной стрелы 3. С факел. Факела 3. Тоже 3, обилка 7. Ну вот тут, наверное, все-таки что портал и стрела. Ну, стрелу точно, мне кажется, использовать, почему нет? Все, изи... А, нет, тут well played. Изи каточка для Павла. Да, четвертый финалист определен. Четвертым финалистом отборов становится Павел. Увидим мы...